Всем привет! И в данном видео я хочу посчитать, сколько же всего продуктов по категориям я взяла. И сейчас я хочу весь свой Project Pen уже, который я пометила, уже который я обдумала, собрала. Конечно, тени, наверное, я буду добавлять. Может, еще что-то добавлю к лету или к весне. Но пока что имею, хочу пересчитать. Итак, один у меня всего лишь карандаш для глаз. Тональные крема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Следующая категория — это румяна. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Следующая категория — это тинты для губ. Раз, два, три и четвертый. Карандаши для губ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Продукты для бровей. Раз, два, три, четыре, пять. И тут одна, шесть. Блески и помада для губ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Пудры для лица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Бальзамчики для губ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Продукты для глаз. Тени жидкие, кремовые и подводки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. В категории бронзера у меня два продукта. В категории корректоров сухих два отдельных продукта. Хайлайтеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Все, что я отнесла к категориям базы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Консилеры и корректоры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать,
16-м тоже сюда отнесла этот стик. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Отдельной категории я почему-то решила вынести двойные продукты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И остались у нас тени. Тени я считать буду порефилом, так как вряд ли я буду все заканчивать. Некоторые оттенки мне вообще не нравятся, на которые там у меня рука не лежит, и я не хочу их заканчивать. В общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, плюс 24 в этой палеточке, плюс 10 в этой, ну, буду считать этот как незаконченный, плюс 10. Того у нас получилось уже 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. И вот тут уже сразу могу сказать, что, наверное, вот эти вообще не будут трогать, и мне не нравятся, как-то они сыпучие, что ли. В общем, попробую, поиграюсь, но вот эту палетку я всю точно не буду добивать, она уже как-то и устарела. Тут тем более первый оттенок из другой палетки Naked вставлен, по-моему, даже из оригинальной палетки, я не помню, честно даже. Вот с этой палеткой... Мне просто хочется как-то уже определиться и избавиться от нее или не избавиться. Сейчас я пользуюсь вот данными двумя оттенками. Иногда рыжий беру, как раз такие вот к макияжам с данной тенюшкой. Вот тут, конечно, проблема. И считая тут все оттенки, получается 77. Вот тут мне данные два не нравятся, этот не нравится. Вот эти вообще обожаю с розовым оттенком. Мне нравится очень. Этот как-то меня огорчает иногда, он скатывается в складку, поэтому думаю, что тут тоже не будет таких проблем. У меня многие продукты вот прям с такими углублениями, дырками, ямками. Тем более я крашусь до брови и под глазами, делаю яркий макияж, средства наношу не жалея. Кисти мою каждый раз, все это смываю, и мне вообще нравится тратить косметику. И остается посчитать парфюм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Вроде бы не пропустила.